Есть способ выращивания крупноплодных сортов в полусланцевой форме, как это сделано у меня. Ну, сначала все же растение садится наклонно, выращивается и формируется как сланец. Основная часть кроны у них, скелетные ветви, формируется в приснежном слое снега, приснежном слое. Затем это что позволяет? Во время суровых зим, если повреждается верхняя часть, то нижняя часть, основная часть кроны, остается под снегом. Она зиму эту переносит нормально. Если верхняя часть погибает от мороза, то нижняя часть позволяет потом быстро восстановить крону. И потом урожай быстро восстанавливается. Вот видите, как у меня урожай. Вот это вот была сильная зима 2001 года. Крона быстро восстановилась. И видите, какой хороший урожай. Это сорт Уэлси. Но от мышей бороться есть несколько способов. Один из этих способов — побелка раствором, который готовится таким образом. Один стакан креолина на ведро гашеной извести. Плюс добавляется побольше горького острого перца. Этим проводится побелка с осени. Далее раскладываются приманки против мышей. Далее проводится, кому это доступно, уплотнение снега в приствольных кругов. Но это для тех, у кого близко приусаден участок. Ну, можно даже, некоторые садоводы-любители заливают даже участок близкий к стволикам льдом, потому что мыши не любят твердого наста и твердого слоя снега, они там не ходят. Ну и еще обертывание стволиков рубероидом, лапником или другим материалом, даже можно сеткой.